огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, который называется Валентина Валентина, и сегодня видео распаковка посылки сайта Bonprix. С данным сайтом я знакома уже очень давно, и какое-то время назад я постоянно делала оттуда заказы. К слову, мне ни разу не удавалось получить посылку какого-то плохого качества, либо чтобы было какое-то несоответствие размеров, вещи не соответствовали самому описанию. На этот раз я заказала три вещи, но могу сказать, что в корзине у меня осталось значительно больше вещичек. Итак, не буду томить вас длительными разговорами, сразу перейду к демонстрации. Ох, даже не знаю, с чего начать. Тут все настолько классное, что... Ладно, начну, наверное, с того, что я уже в Инстаграме. Вы, кто на меня подписан, видели, наверное, пост. Это вот такая вот сумочка. Я не смогла дождаться момента, чтобы распаковывать вместе с вами, потому что меня настолько любопытство мучило. И плюс ко всему, тут вещи красочные, сочные, а погода у нас за окном стояла такая довольно-таки пасмурная, поэтому пофоткаться, как я хотела, у меня не получилось. Ну, и я не могла спокойно жить, зная, что там у меня внутри лежит такая прелесть, не посмотреть ее. Итак, это вот такая вот сумочка в форме ананаса. Только посмотрите здесь, насколько это все фактурно обработано, насколько красиво. Здесь и стразы, и стеклярус, и бисер. И что мне нравится, вот здесь не только вот желтые такие вот нашиты пайетки, здесь они идут бронзовые, золотистые, кремовые, бежевые. За счет этого получается такая вот объемность некая. Сзади это идет однотонная. Вот такая вот желтая ткань, у каждая строчка, вот вообще ни одной ниточки не торчит, настолько идеально прошита. Вот здесь вот такой вот карманчик, и достается цепочка, то есть сумочку можно носить на плече. Внутри здесь бумажки и фирменный знак, это идет Bonprix Collection, вот такая вот кожаная нашивка. Кто помнит, у меня в Инстаграме в том году я показывала, у меня есть платье с ананасами. И вот эта вот сумка, я не только там буду носить, я вообще даже не буду дождаться лет. Я прям вот готова с сегодняшнего дня приступать к ее юзанию. Она вообще воплотила все мои мечты. Во-первых, она придает мое настроение вот такое вот радужное и крутое. А во-вторых, ну, боже мой, ну, это уникальная вещь. Это одна на миллион. Кстати, код на эту сумку вот здесь вот можете видеть. Внизу под видео в описании ссылка, где можно купить. Цена вот здесь. Я считаю, что за такие деньги настолько крутую сумку купить нельзя. Рассматривала альтернативные варианты, которые представлены на китайских сайтах. К сожалению, к радости, я сделала выбор в пользу вот этой вот сумки, и я не прогадала. Вообще ни одного изъяна, ни одного дефекта. Вот как я представила ее, как она была на сайте визуально продемонстрирована, точно такая же она и в жизни. Вот. Есть еще одна сумка, с корзинками лежит, так уж и быть, я вам покажу, что это за сумка. Вот здесь фотография ее будет, тоже классная. Я вот выбирала либо ту, либо эту, но пока что взяла себе ананасик, но так чувствую, что, наверное, буду заказывать и вторую. Идем дальше. Здесь мне еще каталог прислали. Ну, я каталог уже, скажу честно, тоже я просмотрела. Даже пометки для себя сделала, что бы я хотела. Мне очень понравилось. Сейчас. Вот эта вот юбка. Вот. Юбка миди 649 гривен. Она вот такая вот, как в горошек. И плюс на ней еще нашивки. Шикарная просто. Я думала ее брать, она у меня прилежит в корзинке. И мне очень понравилось. Ну, вот этот комбинезон крутой. У меня просто такое есть уже подобный. Может быть, у кого нету, я посоветую вам его взять. Потому что вот такие вот вещи в гардеробе не заваливаются. Они постоянно носятся и очень удобные. Вот хочу еще футболочку. Ладно, девочки, все, убираю от себя журнал, потому что если я сейчас не остановлюсь и рассматривать, я еще что-нибудь добавляю в свою корзинку. Двигаемся дальше. И джинсы. Блин, они такие классные. Вот только посмотрите. Самый прикол в них, это вот эта вот шнуровка. Вообще, это фирма Rainbow, размер 36, качество катона вот такое. Я вообще обалдела, когда увидела, достала их. Единственный маленький момент, смотрите, у меня рост 1,65 м, вес у меня сейчас 58 кг, я взяла 36 размер.
но все-таки, наверное, лучше было бы 34-й. Возвращать менять я ничего не буду, у меня ничего страшного, один ремень, в крайнем случае я могу всегда отдать где-то ушить. И еще один момент, рост немножко не мой, но для меня это не проблема, я привыкла уже, в принципе, к тому, что ну, не могут компании шить прям вот, как, знаете, как в ряду. Это же не какая-то швейная мастерская, не ателье, которая по вашим размерам шьет. Это все-таки компания, которая по более-менее стандартам это делает. У каждого человека есть какие-то свои нюансы в фигуре, поэтому на это я вообще внимания не обращаю. Честно, я очень переживала по поводу джинс. Я думала, ну блин, все-таки я привыкла к Левайсам, есть мои джинсы Коллинс, но я не считаю Коллинс как бы как фаворитом джинсовой одежды, но тем не менее у меня есть дорогие джинсы, и когда я брала вот эти мне обошлись 899 гривен, ну то есть чувствуете, как бы это очень дешево для джинсов, я думала, что, блин, наверное, это будет как стретчевая ткань какая-то, что они там будут такие-сякие, нет, они идеальны, здесь в составе идет 95% катона, 4% полиэстера, 1% эластана, боже, ну это просто, и самое главное, это шнуровка. Но она сейчас везде проскальзывает, но в основном она продемонстрирована как разрез, как будто бы вот здесь голое тело, здесь нет, здесь идет джинс, то есть она, в принципе, такая довольно яркая, в то же время не вызывающая. Очень понравилось не только моему молодому человеку, но вы не поверите, даже мой дедушка увидел и оценил, ему тоже они приглянулись. Так что сейчас жду маму, еще мама должна приехать скоро с Харькова, я думаю, что у меня появится конкурент на них, на эти джинсики. И комплект к ним я взяла вот такую вот футболочку. Она тоже была красиво упакована, но я не могу долго, когда у меня упакована что-то лежит, пытаюсь посмотреть. Посмотрите, какая классная. Это 32-34 размер, тоже линия Rainbow, розового такого пудрового цвета футболка с черной шнуровкой. И та-дам! Вот такая вот спина. Блин, настолько классная. Мне нравится здесь, что на рукаве идет подворотик, это так смотрится очень стильно. Нравится, что края не обработаны по низу футболки. Они не обработаны, но качество катона такое, что не даст им как-то там стрелку пускать, либо разлазиться. И как же мне нравится вот эта вот шнуровка. И в данном случае эта шнуровка идет так, что будет видна часть тела. Но за счет того, что это все-таки вверх, это на линии декольте, это не под ногам, это будет смотреться очень-таки прикольно. Если вам интересно, могу рассказать, конечно, очень долго, что у меня в корзине лежит, но я думаю, что я лучше прикуплю это, а потом вам покажу. Кстати, не забывайте подписываться ко мне в Инстаграм. В Инстаграме очень часто я добавляю фотографии и показываю свои луки. Вот, например, одна сумка уже есть, я уже запостила ее. А на днях вы увидите, как будет смотреться вот этот вот шикарный комплект, футболка и джинсы на мне. Всем спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте пальцы вверх. Пока-пока.